Большинство людей стремятся искать удовлетворение своих желаний вне себя. Мир, в котором мы живем, приучил нас верить, что внешние достижения могут дать нам то, что мы действительно желаем. Однако опыт неоднократно показывает, что ничто внешнее не может полностью удовлетворить это глубокое стремление к чему-то большему. Мы часто стремимся к тому, что кажется лишь недоступным, что приводит нас к погружению в действие, а не в состояние бытия, к действию, а не к внутреннему восприятию. Нам трудно представить состояние абсолютного спокойствия и отдыха, поскольку наши мысли и ощущения обычно находятся в постоянном движении. Тем не менее, это спокойствие можно достичь только в состоянии радости и понимания, которые нельзя получить никаким другим способом. В Библии сказано: «Успокойтесь и познайте, что Я — Бог». Видение Библии как чего-то большего, чем просто теологический текст, позволяет нам получить доступ к ее духовной и психологической мудрости для глубокого личного преобразования. В своей основе Библия говорит о восхождении. Когда мы выходим за пределы буквальных интерпретаций, она становится символической картой, показывающей нам путь к нашей истинной сущности. Интерпретируя учение Иисуса с этой точки зрения, мы получаем ясное руководство для реализации нашего божественного потенциала. Сознание Христа, часто рассматриваемое как историческая или религиозная концепция, проявляется как путь к духовному преобразованию. Можно сказать, что каждый из нас воплощает Христа, пока мы допускаем это божественное присутствие, чтобы проявиться внутри себя. Иисуса называют Христом, потому что это слово происходит от греческого термина «христос», что означает «помазанник», и представляет собой идеальную истину, которая божественно проявляется, чтобы преобразовать несовершенную инкарнацию. Имя, которое выше всякого имени, представляет собой сочетание двух языков. Имя Иисус происходит от древнегреческого «о Иисус», «о Иисус», что является эллинизированной версией еврейского имени Иешуа, которая связана с глаголом «спасать» или «приходить на помощь». Таким образом, Иисус можно перевести с еврейского как «спаситель». Что касается имени «О Христос», оно имеет древнегреческое происхождение и происходит от глагола «хрио», означающего «умащивать», «смазывать» или «совершать обряд помазания». Следовательно, «Христос» переводится с древнегреческого как «помазанник» или «тот, кто получил помазание». В иудейской традиции помазанниками называли пророков, царей и первосвященников. Он символизирует то, что входит в человеческий разум, чтобы изменить нашу несовершенную природу. Слово «инкарнация» происходит от плотски «инкарнаре», облекаться плотью, воплощаться, ссылаясь на низшие аспекты нашего бытия. Это означает нечто, что проявляется во плоти, воплощая более земные части нас самих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово стало плотью и обитало между нами. Иисус сказал, что Царство внутри нас – и что мы должны искать внутри себя, чтобы найти его. Он учил, что мы должны сосредоточиться на едином глазе и отделиться от мыслей, предостерегая, что мы теряем ключ, когда не смотрим внутрь. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» — Матфея 6:21. Мы должны хранить наше сокровище на небесах, а не на земле. Это сокровище не является конкретной коллекцией объектов, а скорее чем-то, что мы глубоко ценим в жизни. «Входите тесными вратами, ибо широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Когда вы следуете этим учениям, входите в медитацию и поднимайте свое сознание, вы найдете это. Следовать его учениям значит искать Царство Божие внутри себя,
и тогда вы найдете спасение. Вы откроете свет, источник силы, вы найдете переключатель внутри себя, и когда вы активируете его, свет засияет, принося вам свободу. Вы будете свободны от всех религиозных доктрин, институтов и организаций. Вместо того, чтобы следовать за другими, вы будете следовать за светом внутри себя. И вы осознаете, что это самое драгоценное, что есть в мире. Иисус, чье настоящее имя было Иешуа, не пришел в эту жизнь, чтобы продемонстрировать свое величие. Он пришел показать нам, насколько мы велики. Это суть его послания. Он пришел раскрыть, что то, что он воплощает, также находится внутри каждого из нас. Он пришел показать нам, как соединиться с этой божественной сущностью и как мы можем стать едиными с ней. Свидетельство внутри вас, дух восхождения в вас, жизнь в вас, я есмь в вас. Таким образом, человек в своей сущности есть Бог. Не написано ли в вашем законе, я сказал, вы боги? Иисус искренне пытался донести, что каждый человек может достичь спасения, призывая свою собственную божественность, а не ища ее вне себя. Нет божественного присутствия где-то еще, оно внутри вас. Верховное, прекрасное око и ваша собственная божественность находятся внутри вас. Когда вы соединяетесь с этой божественностью, спящие клетки мозга начинают пробуждаться, пульсируя новыми идеями, пониманием, мудростью и свободой. Эта трансформация затем распространяется, охватывая мир. Восхождение в своей сущности представляет собой переход от старого, неосознанного «я» к новому, просветленному «я». Это включает в себя движение от пассивного, неосознанного, беспомощного и неразмышляющего состояния к активному, самосознательному, осознающему и ответственному «я». Иисус говорит своим ученикам: «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Это одно из самых необычных утверждений о трансформации человеческой психики. Это учение раскрывает, что чтобы воплотить ум Христа, божественную силу внутри нас, способную проявить что угодно, мы сначала должны отвергнуть себя и взять свой крест. Это означает распятие и устранение всех негативных мыслей о себе и наших привязанностях. Это включает в себя противостояние и преодоление всех негативных убеждений о себе, которые выступают препятствием на нашем пути к осознанию нашей божественности. Нам нужно преодолеть неполноценное «я», состоящее из ограничивающих идей, таких как «я не могу», «я не способен» и «я этого не заслуживаю». Вместо этого мы должны заменить их на поддерживающие убеждения, такие как «я могу» и «я способен». Христос или божественная суть внутри нас представляет собой бесконечный потенциал нашей основной божественной природы. Когда мы выражаем мысли или фразы вроде «я не могу», мы противостоим и безуспешно боремся с этой врожденной божественной способностью. Поэтому нам нужно преодолеть негативные установки, которые мы имеем о себе, потому что многие люди идентифицируют себя с низшими ограничивающими аспектами. Всемогущая божественная суть внутри нас. Иисус сказал: «По вере вашей да будет вам». Вы уже обладаете всем внутри своего основного бытия, которое неразрывно связано с вами и неполно без вас. Здесь находится ваша истинная сила. Ваше основное бытие всегда полно, независимо от того, осознаете вы это или нет. Даже если вы не чувствуете эту полноту, ваше основное бытие остается в курсе этого и поддерживает вашу неразрывную связь с божественной творческой силой внутри вас. Целостность всегда присутствует в вашем ядре, готовая принять форму красивых форм и приятных обстоятельств, которые вы выбираете со спокойным ожиданием. Однако те, кто управляет этим миром,
часто пытаются удерживать нас на низких вибрациях, привязывая нас к материальной плоскости. Они создали институты и организации, которые составляют систему. Они говорят нам, что мы должны вставать на колени и надеяться на милость из низших астральных сфер. С детства они убеждают нас, что мы грешники, и приучают верить и принимать эту идентичность. Вся система воспитания и образования, в которой мы находимся, способствует формированию внутренней бедности. Особенно это проявляется в том, что многие люди испытывают дискомфорт в отношениях с самими собой. Это может приводить к гордыне или чувству избранности, когда человек считает себя лучше других. Погоня за деньгами, к которой люди вынуждены прибегать, лишь усугубляет их отказ от себя и своего внутреннего «я». В то время как развитие себя и нахождение своего внутреннего света позволяет достичь более высокого уровня сознания. В этом состоянии деньги приходят в нужном количестве, но уже без значительных усилий, так как внутренний рост создает гармонию, в которой материальные блага становятся естественным следствием. Все это удерживает нас в ловушке, обеспечивая тем самым, чтобы даже после смерти мы оставались привязанными к нашим нижним трем чакрам. Согласно древним философиям, когда наши умы и души отделяются от физического тела, представляющего Землю, мы все равно можем сохранять привязанности к определенным эмоциям или материальным вещам, таким как еда, секс и имущество. Эти зависимости сохраняются даже после смерти, удерживая нас привязанными к низким астральным сферам. Если наше сознание по-прежнему зациклено на материальном и негативном, мы будем продолжать испытывать эти низкие вибрации, фактически проявляя форму ада в астральных плоскостях. В результате мы можем оказаться в реинкарнации в материальном мире снова, так как не подготовились к жизни после смерти. Чтобы вырваться из этого цикла, крайне важно отделиться от внешних отвлечений. Именно поэтому нами манипулируют, чтобы мы становились зависимыми от различных развлечений, социальных сетей и других стимуляторов. Они стремятся удерживать нас сосредоточенными на корневой чакре, которая представляет нашу животную природу и материальное существование. Однако нам нужно преодолеть это и сосредоточиться на том, чтобы быть умом над материей. И первый шаг к этому — любовь к себе. Фраза Христа «Возлюби ближнего своего, как самого себя» означает, что мы должны совершить некоторый акт самоотдачи, чтобы помочь человеку, который попал в беду, при этом подразумевая, что мы и сами можем оказаться в его ситуации. И как мы хотели бы, чтобы помогли нам. А что же насчет любви к себе? Разве возможно полюбить другого, прежде не полюбив себя? И разве не является любовь к себе отправной точкой на пути духовного пробуждения? Любовь к себе — это не просто потакание своим слабостям, а глубокое принятие, прощение и понимание себя. Это процесс, в котором мы осознаем свои сильные и слабые стороны, принимаем их и учимся быть сострадательными к себе. Давайте рассмотрим эту мысль более глубоко. Бог, как источник любви, создал человека не просто для общения, но и для того, чтобы каждый из нас осознавал свою ценность и значимость. Если Бог является любовью, то Он желает, чтобы человек, созданный по Его образу, также любил себя. Существует ли возможность, чтобы Творец, который сам является любовью, создал бы существо, способное на ненависть или отсутствие любви, в том числе к самому себе? Это противоречит самой природе Бога. Если мы принимаем, что человек создан для общения с Богом, то это общение должно основываться на любви и принятии себя. Таким образом, понимание Бога как любви подразумевает, что Он хочет, чтобы мы любили себя и осознавали свою ценность. Невозможность любить себя может свидетельствовать о искажении нашего восприятия любви
и, следовательно, о нашем понимании Бога. В этом контексте любовь к себе становится неотъемлемой частью нашего духовного роста и близости к Богу. Когда мы достигаем полного принятия себя, мы освобождаемся от внутренней критики и начинаем видеть себя такими, какие мы есть, с любовью и уважением. Это понимание создает основу для здоровых отношений с другими. Любя себя, мы развиваем способность к эмпатии и состраданию, что позволяет нам по-настоящему понять и принять других. Наша любовь к другим становится более искренней и беспристрастной, так как основана на нашем внутреннем благополучии и гармонии. Таким образом, любовь к себе — это первый шаг к построению крепких и здоровых отношений с окружающими. Без этого фундамента мы рискуем проецировать свои неразрешенные проблемы на других, что может привести к токсичным отношениям. Полное принятие и понимание себя открывает путь к истинной любви и взаимопониманию. Наша цель состоит в том, чтобы осознать, что мы не просто наши физические тела, а вечная сущность сознания. Наша задача — освободиться от идентификации только с нашей животной природой и осознать наше истинное, неугасимое сознание. Проще говоря, представьте, как божественная суть спускается из мозга, дома Отца, в солнечное сплетение, где происходит инкарнация, символизируемая яслями. Распятие пяти чувств метафорически отправляет эту Христову суть обратно в дом Отца или в шишковидную железу. Все это связано с идеей, что храм Бога внутри нас. Мы подобны детям в утробе, готовящимся к рождению в небесные сферы. Так же, как ребенок, осознав, что существует мир за пределами его матери, начинает двигаться и стремится выйти в внешний мир. Наши умы, как только они осознают существование сфер за пределами, начинают искать путь к этому новому существованию. Еще один любопытный факт. Вы заметите, что в английском языке слово «небеса» имеет два значения. Одно имеет отношение к физическому небу, обычно во множественном числе «небеса», а другое — к духовному царству. Древнегреческое слово «уранос» имело аналогичный двойной смысл. Небеса наверху, включая сферы планет, рассматривались и как физическое пространство, и как духовное измерение. Этот путь также будет стремиться найти выход, чтобы родиться снова, как ребенок, который рождается в новое существование. В разнообразных религиозных движениях и философских учениях крест часто рассматривается как символ пересечения духовного и материального миров. Он представляет собой точку, где можно получить божественное знание, позволяющее нам преодолеть материальную плоскость и вернуться к божественному источнику. Крест — это место встречи между Богом и человеком, верхними и нижними аспектами нашего бытия, а также между нашими мужскими и женскими сторонами, солнцем и луной, левыми и правыми сторонами нашего тела. Он символизирует равновесие всех наших частей с балансом и источником в нашем сердечном центре. Жить из сердца, центра равновесия, означает гармонизировать чакры, так как сердце представляет собой баланс между добром и злом. Этот баланс может укрепить нашу связь с нашей истинной космической интеллигенцией. Вот почему на многих картинах Иисус изображен, указывая на сердце, как на центр. Это центр тороидального поля и представляет собой баланс между мужским и женским, положительными и отрицательными полюсами. Чтобы жить из сердца, вы должны выровнять все свои чакры и объединить их в сердечной чакре. Чакры, также известные как семь печатей в Библии, это энергетические центры, которые, когда они сбалансированы, позволяют установить более глубокую связь с нашим внутренним «я». Тело проявляет как нижнее, так и высшее «я». Высшее «я» — это мудрость,
интуиция и самовыражение. А нижнее «я» связано с сексом, едой и властью. Ум — это мост между душой и телом, и, сосредоточив его на власти, еде и сексе, вы остаетесь привязанным к низковибрационным энергиям. Это ловит вашу душу в физической реальности. Чтобы подняться выше, необходимо сбалансировать и соединиться с высшими энергиями неба. Вы должны держать открытый ум, чтобы расширить свое сознание за пределы звезд и эфирной преграды. Вам нужно вибрировать на более высокой частоте, чем этот мир, с вашим сознанием, выходящим за пределы физического плана. Чакры широко упоминаются в Ветхом Завете, однако их описания сильно искажены и скрыты за аллегориями и акростихами. Многие из историй Ветхого Завета в действительности представляют собой намеки на разные уровни чакр. В книге Бытия говорится «И увидел во сне». Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. Здесь лестница — это чакры, располагающиеся одна над другой. Нижний конец, стоящий на земле. Это Муладхара, самая низшая из человеческих чакр, представляющая уровень повседневной материальной жизни. Вершина лестницы достигает небес. Это означает, что восхождение через чакры ведет к освобождению в Сахасраре. Ангелы, движущиеся вверх и вниз по лестнице, соответствуют путям по врите и неврите, широко упоминаемым в индийских писаниях. Деятельность, направленная на достижение материальной выгоды и наслаждение ее плодами, называется правритти. Деятельность, совершаемая без желания выгоды и наслаждения ее плодами, называется невритти. Путь правритти ведет к райским наслаждениям, тогда как путь невритти — к освобождению от материального рабства. В этом библейском отрывке немногими словами передано множество идей и смыслов. Наша душа генерирует электромагнитную энергию, и, сдерживая наше сознание в этой физической реальности, эта энергия используется в астральных мирах, поскольку ум влияет на астральную реальность, которая является доменом воображения. По сути, наша энергия используется для проявления негативных сущностей, потому что наш ум создает эти сущности через эмоции и ментальную мыслительную энергию. Эти сущности, которые часто являются отражениями нашего раненого эго, представляют собой препятствия на нашем пути к нашей истинной божественной сущности. Преодолевая все негативные эмоции, травмы, зависть, жадность и суждения, мы освобождаем себя, чтобы осознать свой высший потенциал и согласовать себя с нашей истинной божественной природой. Сообщение ясно. Измените свою перспективу и отпустите эти вредные самооценки и привязанности. Тем не менее, многие люди сейчас задаются вопросом, как это сделать. Рациональный ум всегда ищет «как». Что действительно важно, так это принять абсолютное решение прямо сейчас, убрать все негативные убеждения, которые у вас есть о себе и мире. Самый замечательный аспект этого учения – заключается в том, что вы не являетесь тем, кто трансформирует свой ум. Это ум Христа внутри вас, божественная сила внутри вас, которая осуществит трансформацию. Однако сначала вы должны принять твердое решение посвятить себя этому процессу. Как только вы примете это решение, вы обретете силу, необходимую для его достижения. Методы и пути раскроются благодаря вашей преданности. Вы и Христос внутри вас одно. Это критический сдвиг парадигмы. Понять, что сила Христа исходит изнутри, а не снаружи, и она действует через ваше решение. Готовы ли вы действительно и решительно устранить негативные аспекты себя? Время неизбежно придет, когда вы должны будете это реализовать. Это часть вашей судьбы, нравится вам это или нет. Знать Бога значит знать себя. Поймите себя,
и вы поймете Вселенную и ее энергии. Поймите себя, и вы придете к познанию Божественного. Все древние философии передают одну и ту же истину. Невежество затмевает наше понимание. Это невежество, укоренившееся в нашем эволюционном процессе, мешает большинству людей осознать глубокую реальность, что Бог во Христе обитает внутри их собственного сознания. Вам решать, готовы ли вы действительно устранить все негативные убеждения прямо сейчас. Это тот момент. Если вы ждете знака, то вот он. Истинное исцеление приходит через признание божественной искры внутри и преодоление земных ограничений через внутреннее знание и пробуждение. Мы духовно перерождаемся, испытывая новое состояние бытия как в этой жизни, так и за ее пределами. Это момент, чтобы устранить все ограничивающие мнения. Признайте, что вы необыкновенное и ценное существо. Вы действительно дитя Бога, и Царство принадлежит вам. Как говорит Библия, Царство Божие внутри вас. Лука 17:20-21. Что еще должно произойти в вашей жизни, чтобы вы пробудили Христа внутри себя? Вы можете активировать ситуации, которые кажутся негативными, но на самом деле это призывы к вашему вниманию. Христос внутри вас побуждает вас пробудиться, и Божественное внутри вас призывает к активации. Удивительная жизнь ждет вас. Просто решите принять это сегодня, в этот момент. Помните, что то, что кажется трудным или невозможным, никогда не выходит за пределы силы Христа внутри вас или божественной сущности внутри вас. То, что может показаться маловероятным, на самом деле не является невозможным. Всегда есть возможность, и эта возможность становится реальностью, когда вы пробуждаете Христа, божественную силу внутри вашего собственного сознания –